завершения проекта в рамках будущего консорциума? Для промышленных и коммерческих потребителей на принципах равнодоходности. Сегодня у нас заключено 3 контракта на поставку в Грузию по цене $235. И это 3 основных потребителя грузинских. Это компания «Мтквари», которая является энергетической корпорацией, отвечающей за электрогенерацию в Грузии. Это компания, бывшая компания «Тбилгази», которая сейчас называется «Кастрансгаз Тбилиси», которая отвечает за снабжение столицы Грузии. Заключительное слово, да, извините. Я хотел бы еще отметить, что ситуация действительно развивается очень... Согласие, но контракты подписаны или будут вестись переговоры? Они должны сами определить, какие объемы газа при нынешней ценовой ситуации им необходимы. И как они будут строить свою экономику из этого. Поэтому я думаю, что вот подписание этих контрактов является хорошим, значит, стимулом и для них законтрактовать, потому что вот основные потребители, коммунальные, электроэнергетика, они все газом обеспечены. И сейчас мы переходим к вашим вопросам. Просьба называть СМИ. Есть угроза, что газ вообще отключат, не будет поставки газа в Грузию, и этим осложнится жизнь еще больше у местных жителей. Тем более, что многие люди до сих пор отапливаются газом, а если в семье есть маленькие дети, то намного усложняется жизнь. Загартуло, мартларту витарибаши арисехлан, ахальцис мерешелеба гази шегуцкнес, эс чему джагдес айсахеба, радган чуэн дзиртади гатвобарис газит, мере рагушулеба аруцит. А вот тут именно мы дарим, а вот гауи кинем. Могу сказать, что когда рамодени метрит, сейчас злой рамодени мекуирит, когда иду, амчабургили дан, сейчас Амитом, чуен идзуле буливард, момоарцели тасацкрисидан гавагзелот Русетидан газис миреба. Тунца, чуен стратегиули арчевани, клав игивия, та рогорцки, рогорц чабургилзе могвардеба эс техникури проблемеби, чуен давицгат, бунабривия, зеритадат газис миребас, антавидан болунде, упросурат газис миребас Азербайджан. Гадатари. Дидим адлоб.